О, боже мой, я сейчас пухну. Извините, я пухну. Извините, жемчужина, доброе утро. Анастасия, чем могу вам помочь? Алло, доброе утро вам. Скажите, пожалуйста, доброе можно утро. Как-то, не знаю, решить проблему? Мне тут соседи у вас мешают спать мне. А у вас номер какой? У меня второй этаж тут, на втором этаже. Я не знаю, блин. Мне просто все родители спят, блин. А у нас соседи пердят сильно за этим, за стеной, блин. Пукают. Пердят так сильно, блин. Мне, блин, ужасно страшно. Они пердят и воняют все там. Пердят и пьют что-то, сидят. Обосрались, все обосрали тут, блин. Я вышел, дверь открыл, а там этот дурак ходит какой-то и пердит. Вонючий, лысый такой. Козел ваш. У вас номер какой? Ну такой номер и какой, блин. На втором этаже, вот который крайний у меня номер. 117, по-моему, блин. Да. У нас нет 117 номера. 217, я помню, 17 там что-то. 217 далее по коридорчику, он не крайний. Ну да, середине. да. Вот это вот я. Фамилию сейчас... скажите вашу. Мою или папы моего? Ну, и вашу, и папу можете. У меня, ну, папа тут. У меня с папой. Папа пердит сейчас тоже. У него все, у него семя вылетело. Он пернул так сильно, что трусы порвал. И говном забрызгал кровать вашу. Фамилию скажите вашу? Мою? Моя фамилия Петров. Богдан Петров. И с кем вы проживаете? С папой, блин. Он пердит сильно. Можно его, блин, другой номер, блин? Он задрал. Я хочу спать, мне в школу, блин. А он пернул, блин. Он пернул так сильно, что ж так дифлофос вонючий. Я окно открыл, но оно не работает. Вот сейчас я понесу трубку ему. Вот сейчас я поднесу. Послушайте, что он вытворяет. Дурак это. Вон, слышали, перданул сейчас козел такой. Насрал, блин. Он срет, у него каждый вздох это пердеж. У него клапан сорвало, походу. Прикрыть краник надо, у него клапан лопнул. Алло. Алло, алло, Света. Спуститесь, пожалуйста, на ресепшн. Я? Мы попробуем вам помочь. Мне, да? Да. Да, вам. Вы уверены, то, что вы сможете мне помочь? Пожалуйста. Попробуем. Вас как зовут? Кому обратиться потом? Спущусь. Ангелина. Как? Вагина? Да. Я понял. Вагинка. Привет, зая. А? Алло, блин. Вот так вот, да? Вот так вот с Богданом, да? Ну хорошо, я вас понял, блин. Лучше бы я на улице спал, блин. Давайте, блин.